Русский репортаж представляет. Есть хорошее, очень хорошее место для вас. Новая горничная? Да, я. Не такое уж хорошее место. Не бывает плохих мест. А плохие хозяева? Нет, только плохие служанки. У вас манеры, прекрасная фигура, вы наверняка добьете счастья при надлежащем поведении. Прочь! При надлежащем поведении, как это понимать? Понимать можно по-разному. Мадам. Спасибо, Жозеф. У вас красивый наряд. Благодарю, мадам. Переоденьтесь. Да, мадам. Полно, мсье. Перестаньте. Будь со мной поласковее. За это мадам меня не приласкает. Селестина. Поглядеть на нее так и не подумаешь, что горничная. Уверена, что мадам Ланлер еще намучается с нею. Говорю вам, знайте свое место. Как бы тебе со своего не слететь? Что вы сказали? Ничего, мадам. Селестина, Селестина! Вы обязаны являться по первому зову. Да, мадам. Принесите мое рукоделие. Принесите иглу. Принесите нитки. Так, теперь принесите ножницы. И поскорее. Фильм Бенуа Жако. Прислуга должна иметь стальные нервы. Я уже говорила, чтобы вы не пользовались духами. Да, мадам. Пусть не думает, что я буду это терпеть. Лиас, иду. Не играй со мной. Я пойду за тобой, не раздумывая. Не заблуждайся на мой счет. Венсан Линдон. А что, если, к примеру, послать ему письмо без подписи? Проклятье! Боже мой! Страшно, все же хочется попробовать. Самой. По-вашему, стоит рискнуть в любом случае? Я согласна. Дневник горничной. Скоро в кино.